В Каменском районе подводят результаты ЕГЭ. В этом году выпускники сдавали математику и родной язык. И если со вторым экзаменом школьники справились, то с математикой опять возникли проблемы. На столах ничего лишнего, только паспорт, ручка и бланк. К сдаче ЕГЭ в этом году допустили более 100 человек. Тестирование сдавали по двум предметам – родной язык и математика. Это нововведение. Раньше экзаменов было больше. Изменился и сам тест. Например, математика в прошлом году делилась на базовый и профильный. Теперь их объединили. Все наши выпускники поставлены в равные условия и могут использовать данные результаты для поступления в высшее учебное заведение. Кстати, именно математика для большинства выпускников представляет сложности. Каждый год экзамен повторно пересдают до 10 человек. Результаты этого тестирования будут известны уже к концу недели. А сейчас подводят итоги ЕГЭ по родному языку. Результаты ЕГЭ по родному языку в этом году немного выше прошлогодних. Средний балл составил 3,7. При этом количество отличных оценок не изменилось, а четверок увеличилось на 12%. Это говорит о том, что качество знаний возросло. Впереди у выпускников вступительные экзамены в вузы, но сперва выпускной бал. В Каменке он пройдет 23 июня. Ирина Жекова, Валентина Стасишина, Юрий Зянчковский. Первый Приднестровский.